Бывает, сидишь там в кабинете, ну, какая-нибудь тишина. Кто-то там уже ушел домой, а кто-то еще вот трахается с какой-то, вот, вот ему там в понедельник надо вот уже ее упаковать и отдать, как заказ, да? А там какая-нибудь сложная херота, она, там, вот он с ней возится последние два дня, допустим, там у него не подгоняется какая-то там мелочь, он все ходит там и подтачивает. И сидишь где-нибудь в кабинете, что-то говорит, ну, домой уже пора. И прям вот эхом таким громким, а, сука, вот, блядь, встала, а я, спускаешься, собрал, понимаешь, добился, то есть он ее доточил, когда она идеально у него со скрипчиком сошла, без зазорчиков, без ничего, все, вот он доволен, все, он уже, вот он доделал наконец-то вот этот, прям вот свой вот памятник нерукотворный построил, и все, вот он домой пошел довольный, блин, ну, это же прикольно, представляешь, ты вот смотришь на это и думаешь, вот, это как раз пример русского мата, когда вот он, это вот, он не ругается, то есть он радуется, как там, кого-то было у Задорнова, что ли, да, только русский человек может радостно материться там на закат или на лунную дорожку, на что-то, ну, вот, вот этот пример вот прям один в один. Смотришь, когда Задорнова, вспоминаешь вот эти все истории, думаешь, да прав чувак был.